Что, нашел? Кажется, да, сейчас потом. Конфигурен, финиш. Да, да. Что, давайте начинать тогда там, открывайте у кого компьютеры, давайте как-то синхронно делать тогда. Что там, нам предлагают посмотреть, зайти в привилегированный режим, посмотреть исходную конфигурацию коммутатора S1. Соответственно, открываем коммутатор, command line interface, вход в привилегированный режим, команда enable. В прошлый раз я рассказывал. По тапу дополняется, мы входим. Привилегированного от непривилегированного можно отличить сразу же, да, что мы видим здесь, ну, приглашением, что здесь у нас типа галочка такое, здесь решеточка, значит, мы в привилегированном режиме. Это без пароля, да? Да, это стандартная конфигурация, там еще ничего нету. Так, изучаем текущую конфигурацию. Текущую конфигурацию мы можем посмотреть как show running config. Соответственно, show run. Ну да, ничего нету. Тогда мы смотрим просто, что стандартная конфигурация. Соответственно, там, предполагает, сколько интерфейсов, сколько гигабит, fast Ethernet, сколько гигабит интерфейсов у нас. А что за ручная линия? А, это эти удаленное подключение. А ты подключаешься и паришься, Сашу. У тебя открывается VTI терминал типа того. Соответственно, что мы здесь видим? У нас Fast Ethernet 24 порта, да? Гигабитных 2 порта у нас. Все, больше ничего нет у нас. Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM? Show running config. Show running config показывает. У нас всего два как бы есть, да, конфига. Мы show running config и show startup config, да, смотрим. Running config показывает то, что у нас сейчас находится в NVRAM, да, то, что у нас в оперативке. Соответственно, мы когда что-то настраиваем, оно у нас сохраняется в оперативке. Если мы хотим сохранить наши настройки, чтобы, ну, сохранить наши настройки, да, чтобы они применились после перезагрузки, да, мы их должны скопировать в startup config. У нас есть для этого команда copy running config startup config. То есть по умолчанию такую оперативку сохранять надо? Да, да. По умолчанию то, что мы конфигурируем, в оперативку у нас сохраняется. Соответственно, дальше идем. Задайте коммутатору имя. Чтобы задать имя, мы должны зайти в conf.t, конфигуру терминал, hostname сделать. Команды не обязательно полностью набирать. Мы можем набрать conf.t, да, он нас поймет. Все, сконфигурировали имя, оно сразу же применилось. Да, мы написали hostname S1, и сразу же у нас имя switch поменялось на S1. Дальше второй шаг. Защищаем доступ к консоли. То же самое, conf.t. Если кто уже вышел. А что за лайн консоль? Что она делает? Заходим в удаленное подключение в эту консольку и задаем пароль ему. Там ноль? Да. Так, посмотрим. Это цифра 0, что значит? Нулевая консоль. Ну, у нас же их несколько, мы там когда смотрели.
Видишь, line консоль 0, line консоль 0.4 и... То есть можно параллельно разные задачи делать? Да, да, да. Ну, это сделано для нескольких подключений параллельно. Я понял. Ну, какой-то пароль. Я напишу, что это отдельно печатается. Да, задаем команду логин и выходим после пароля еще. Команда логин для чего нужна? Она нам нужна для того, чтобы он нас спросил при входе. Да, что если мы зададим пароль, да, но не попишем команду, ну, не напишем команду логин, соответственно, он не будет нас спрашивать. Соответственно, дальше убедитесь, что доступ к консоли защищен. Убеждаемся, выходим. Еще раз совсем выходим. Вот у нас сразу же User Access Verification, да, паспорт просит. Соответственно, вводим наш пароль и заходим. Соответственно, да, вот они нам пишут, что типа если коммутатор не выводит запрос, то значит мы забыли настроить параметр логин во втором шаге. Мы его не задали. Соответственно, мы можем дальше защитить доступ в привилегированный режим. Это отдельный пароль, потому что мы можем, дать, например, заходить кому-то, дать доступ в принципе к коммутатору, да, там, ну, потому что у нас в непривилегированном режиме какие-то команды все равно доступны. Да. Доступные команды можем посмотреть вопросиком. Просто вводите знак вопроса в данный, ну, где мы находимся, да, и он нам показывает доступные команды. Мы можем посмотреть какое-то состояние сервера, там какая команда show нам доступна, да, ping, logout, там какие-то команды. Но из этого режима мы не можем ничего конфигурировать, соответственно, ничего не можем сломать, как бы, да, такой самый минимальный доступ. Мы можем дать его там, не знаю, младшим сисадмином, например, чтобы они там могли что-то смотреть. Пинговать только. Да. Вот, соответственно, мы должны доступ в привилегированный режим, мы должны закрыть. Соответственно, мы сначала также заходим в привилегированный режим, enable, configure terminal, conf-t. Делаем enable password. На самом деле enable, конечно. И, соответственно, выходим, несколько раз делаем выход и проверяем. Соответственно, вот у нас первый раз он спрашивает пароль. Здесь должно быть у нас let me in, да, как по лабе. И второй раз, когда мы вводим enable команду, еще раз должен спросить нас пароль. Вот, еще раз запрашивает пароль. Соответственно, вот у нас несколько паролей за, ну, мы задали. Получается, кто там делает? Кто делает? Получается? А вдруг не получается. Так, мы убедились. Соответственно, можем посмотреть, да, show running config, что у нас видно. Ну почему? У нас вот, например, line console 0, вот у нас password ttt, да, указан логин, чтобы его спрашивать. А выше у нас указан password вообще, enable password ttt, да. Все пароли в открытом виде, да. В открытом виде у нас пароли сохраняются, если мы делаем команду enable password. Если мы хотим сохранять в закрытом виде, то мы должны, ну и вообще рекомендуется, конечно, по соображениям безопасности, пароль задавать как enable secret. Вот, соответственно, мы хотим заменить наш не зашифрованный пароль, а зашифрованный. Давайте попробуем и посмотрим, что у нас произойдет. Ты у нас за нас задавать? Да. Так уже enable secret command у нас, да? И пароль, как они там просят. Hit. Это сейчас пароль самый привилегированный, да, режим? Да.
из крет. И, соответственно, сейчас мы сделаем show running config и посмотрим, что у нас поменялось, да? Ну, хэш показывает. В самом начале. Вот он, enable secret. Соответственно, пароль уже, да. Уже не в открытом виде, да, а уже хэш-пароль у нас. Соответственно, если у нас так задается, ну, если мы конфиги там где-то храним на удаленных серверах, там, да, или еще где-то там бэкапим, мы, конечно, все, ну, вообще лучше все это, конечно, в закрытом виде хранить. Но пароли не надо, чтобы их видно было, да. Так. Смотрим, что там у нас дальше. Соответственно, если у нас заранее были пароли какие-то сконфигурированы, да, мы их можем зашифровать. У нас есть командочка такая, называется Service Password Encryption. То же самое, из конфигуре терминал. Мы делаем сервис. Сейчас что делаем? Мы хотим зашифровать пароли, которые у нас были ранее введены, да? Ну, вот, которые у нас открыты. Чтобы не создавать их заново, да? Да, да. Да, после значит просто ну, скрывать как бы, да, пароль по факту, потому что его можно легко, если мы получим вот этот вот хэш, который с цифрой 7, как бы, да, мы его можем расшифровать обратно. Соответственно, пароли мы должны всегда создавать, даже не пользоваться password encryption, да, вот этой вот команды 90. Через enable secret. Enable secret, да. Все пароли задавать. Соответственно, дальше что у нас есть? Ну, задали пароль, вся фигня. Сделали, мы можем вывести приглашение при подключении к коммутатору, да, какое-то приглашение там, ну, там, допустим, там, неавторизованный пользователь уйти там, да, ну, или что-то такое. This is secure system authorized access longer. Да, можем вывести этот баннер. Соответственно, ну, рекомендуется настраивать их тоже. То же самое, как обычно, стандартный conf-t. Баннер называется mod d, сообщение дня. Баннер mod d. Не, я скопирую не буду чего-то. А, у меня просто Ctrl-C, это в режиме виртуалки там меняет. То все как не стало. Так. Ну, соответственно, настроили баннер, ну, я написал, хотим проверить. Вот наш баннер. Да, то, что... Это прям когда совсем уже. Да, совсем-совсем. Выходите, и мы видим наш баннер. Соответственно, когда я его настраивал, так, сохранилась история, мы можем не обязательно в кавычках, да, а любые символы, да, вот у меня символ решеточки здесь решеточка и здесь, в начале и в конце. Он как бы воспринимает, ну, открывающие и закрывающие символы, ну так, по приколу. Можно не обязательно указывать эти кавычки. Соответственно, для чего? Как бы этот баннер у нас указывается при подключении к нашему коммутатору, да? Ну, можно указать, вот. В какой стойке. И, ну, в какой стойке, это скорее по названию, да, если правильно их обзывать, коммутатора.
А баннер просто пишется, ну, обычно там указывается что-нибудь, типа, да, во вторник за таксес, он там, да, то, что только этим, тому, кому разрешено заходить, типа. Можно написать, что там все действия логируются, там, да, для вашей же безопасности отключитесь, там, что-нибудь такое. Ну, какое-то сообщение при подключении к коммутатору, да, выводится. Ну, соответственно, мы можем show. Так, сейчас. А, вот сюда. Show writing. Show, может быть, полностью надо? Нет. Он из этого режима не хочет unmode enable. Да. Все сломал. Секреты. А, там же. Че мы там? Какой там? ТТТ, наверное. Нет, ТТТ это второй ед. Секрет, да. У тебя на конце Д вместо Т. Сейчас. А, да, ИЦС. Да, ИЦ. Секрет дыр. А, соответственно, да, шоу ран. Он понимает, да? Ну, тоже. Что изменили? Что ничего, мы сейчас ничего не изменили. Она даже сообщение изменяет. А, вот, да, баннер, вот, да. Hello написано. Ну и символы, которые там ограничивают его. Соответственно, то, что мы наконфигурировали, после перезагрузки можно даже, то есть, проверить, что оно все сотрется. Можно ему сделать reload, по-моему, как? Reload. Ну просто ради интереса, да, чтобы убедиться, что у нас будет чистая конфигурация после этого. Что мы это вот наконфигуряли, там, не знаю, 2 часа там занимались, виланы прописывали, там еще что-то такое там. Потом случайно у нас отрубилось питание там. А? Уже сразу видно, да, что уже свитч. Название. Да я что-то не зашел в режим привилегирован, у меня его резолвить начался. Ну подожди еще. Да, подставы. Еще в 6 Pro. А, вот у меня теперь тоже. Нет, Shift 6. Shift? Нет. Там надо Shift. Закрой его и попробуй заново открыть. Никита. Я уже пробовал, не помогает. Ну еще есть Ctrl-C, Ctrl-Z, не такой случай. Не катит, я уже тут все попробовал. У меня KMD Shift 6. У тебя, наверное, Ctrl-Shift-6. О, красота, Ctrl-Shift-6. Соответственно, да, смотрим, show running config. Перезагрузился, да? Show running config, все, ну, просто пустой конфиг, ничего нет. Никаких наших паролей, ничего не осталось. Соответственно, мы можем задать ему еще раз делать conf-t, да, ну просто для проверки задать ему postname s1, чтобы скопировать, и так, отсюда надо выйти и сделать copy running config, startup config. Где-то это плохо. В conf-t заходишь, hostname s1 присвоили. Ну просто для проверки, да, чтобы сразу было видно, сохранен у нас конфигурация после ребута или нет. Потом выходим в обычный из привилегированный режим и делаем copy running config startup config. Соответственно, то, что у нас. Да, вот он говорит, окей. Все записалось. То, что у нас было в оперативке, все сохранилось там на долговременную память. После перезагрузки все должно сохраниться. Можно проверить.
конфиге в копию RDA, но... В привилегированном режиме просто. Да, но мне не продолжает, надо все полностью руками писать. Нет, привилегированно, выйди сюда. Ты в режиме конфигурации сейчас. Вот здесь, да? Да. Вот, это привилегированно. Перезагружаемся, да? Да. Соответственно, ну вот сразу видно, да, что после перезагрузки имя сохранено. Имя сервера. Соответственно, значит, все окей. Соответственно, S2 там можете уже по аналогии настроить дома, просто попробовать. Совершенно то же самое. В принципе, вот и все. Взяла бы. Вот мы настроили так самый стандартный, да, там. Задали коммутатор, да. Имя, пароли самое главное. Сохранили конфигурацию. В принципе, все. У меня все на сегодня. Может, еще одну лампу, что сильно быстро? Ну. А у меня больше нет лап. У меня была первая лапа, мы там просмотрели, а вторую лапу вот все. Давай вот лапу. Давай видите, параллельно запилим вместе. Откуда ты лапу двигаешь? А мне Дима скинул. Он оттуда взял. Источник. Он, короче, да. Он... Скачать же можно. Ну я, кстати, не на... там я нашел несколько лап, да, таких, это более-менее интересных. Но не скачал. Так что вот. Ну, там таких лап уже нету, чтобы прям с подсказками, там еще что-то пока. Не придумали сейчас какой-нибудь. А? Не придумали какую-нибудь сеть зафигачить. Да, сходу. Сейчас скачаем. Четыре коммутатора отключиться с такой. Кольцо нужно. Да, можно попробовать. Протоколы по настраиванию. Вспомним, как интерфейс конфигурируется. Время идет еще прям. Бодро можно заниматься. Сейчас что делаем? А мы сейчас 4 коммутатора в кольцо. СТП же у нас по умолчанию включен. Да? Насколько я помню. СТП? Да. А он за что отвечает? А, чтобы колец не было. По идее, он нам должен оставить один активный маршрут, только а остальные погасить.
Закрыл. Я потом почитаю, что. Да ладно, никто не читает. Я просто удалю все. Слушай, у меня уже портов нету сичи. Вроде роутеров там держится. А, ты можешь взял туда, да. Так, что-нибудь сейчас там настроить ему. Может, там поэтому по метрике будем считать. Ну, пускай будет. Предыдущий сколько? Запас. А почему это нарисовывается? Какой-нибудь обратно. Ну что, давай какой-нибудь пакет отправим. Да, сейчас даже. Посмотрим. Это у нас что? Два, а то три. А свечам ты не задавал, да? Ничего, а им надо. Чекин будет. А если больше? А? Больше компов. Больше компов? На другой свечи будет. А, зайди в этот. А ты снял? Не с автотайм, а как? Да, посмотреть, как пакетики ходят. Да? Ага. Сейчас. Здесь, кстати, уже... Уже видно, да, что вот один он, здесь вот погашен порт, соответственно, автоматически гаснулся. Выгорел. Нет. Внезапно, случайно, да. Он все время гасит? Да. Ну, типа там передаваться будет только служебная информация СТП-шная, протокол СТП, а нормальный не будет передаваться. Так что, по идее, он не должен совсем гасить. Wow. Это только в ЦИСКах такая фигня? Да нет, везде есть. СТП, да, еще должен быть. Нет, СТП открытый протокол, он все легализует все. А, сейчас. Я хочу видеть, как он там. Понял. Интересно, он тут погасил. А мы можем сейчас ему одному сделать вот так вот. Сейчас, да. Ну. А включи, сделай ему комп. С погашенным портом комп ему сделай. Что делать? Ну, тот свитч, у которого порт погашен, чтобы к нему был подключен комп. Еще один. А, еще один? Можно. Да вон он красным отметил беспидозный порт. Сейчас он еще не поднялся.
как это свитч убийца, если пакет убьет. Он ищет второй ключ, и не находит. А, да, кстати. Он им что говорит? Второй план. Он ему пытается... Найти его? Да. СТП, что я понимаю? Нет, СТП, она здесь был протокол ARP, да, вот он. Да, ARP это просто сопоставление IP и MAC. Ну, он IP-адрес не может найти, правильно? Может найти чей? 182. Кто? Вот это, наверное. 182. Посмотрим. А, стазис здесь не работает. А, вот фигово, что здесь в покетрейсере не работает show interface status команда, которая она выводит статус всех интерфейсов, которые, ну, в одну линию там, да, там красненькую информацию. Очень удобно смотреть, когда на реальном железе. А здесь вот show interface просто можно сделать. Он показывает fast Ethernet 0.1. Ну вот целую такую портянку информации выкидывает. Так, сейчас посмотрим, куда он. 0.3. 0.2 из down. Где там 0.3-то? А, 0.3 из up. Ты сейчас выключил, да? Да. Ну видишь, он покраснел, да. Сейчас поднял опять, может, да. Чушь молотки. Давай читать ответы. Это же мы сами придумали, вам. Ведь нет ответа. Нет, в смысле пакеты, что говорят? Не понимаешь, нет ответа. Подожди, да, кстати, хороший. Что за DTP, кто не знает? А это он этот. Это информацию. Какого? А соседей передает. Так. Первый контур, а правильно соц. Да, так а вот этот вот с этим пингуется, друг друга пингует же. А третий, второй пингует? Так, 28.2. Сейчас это будет. А он теперь не верь, чем? Давай это 28.3, а в 28.4 должен быть. 28.4, да. Давайте попробуем. Вот отсюда второй давать. Да, идет. Слушай, а там шлюз на третьем компе единичка стоит. Где? Здесь? Не, на том. А здесь? Да.
здесь третий напишем. А, четвертый вообще. А что видишь, минус 4 у тебя стоит. Где? Да кажется, может, все равно не его пингует. Так он пытается отправить. А да фига, он же в локалке с ним. Вот. Так у нас нету первого эпичника, да. На, нахер нам первый эпичник. Да. Шлюз вообще не должен. Тем более шлюз на этом компе. А не на этом. Здесь 128 ID. Вот шлюз не должен вообще быть. Маски у нас совпадают. Да, основной. У нас можем переключить на другой интерфейс. Что-то он интерфейс другой интерфейс. Красит на странице. Там горит. Что он там пишет? А 01, но какой-нибудь. Фото скажи. 01, link up. Ап, но он все равно какой-то фа 07, да? Он какой-то. Он нам что-то пытается сказать. Явно что-то. А, сейчас. Мы на него посмотрим. 07. Line protocol is up. Blueprints, coming up in. А, так. Что у СТП надо посмотреть? Ну, это на интерфейсе, да? А, шоу спиннинг 3. Давай так. Это режимы конфигурирования? Сейчас вижу. Да. Нет. Вот, ты делаешь конфигурирование. Но он же видит эти свечи. Да, вот о чем? Сюда можешь смотреть, да? Могу. А у меня не этот. Подожди, может сейчас. А у меня не дублируется, а у меня вот этот. Второй экран. Так, подожди. Где 108, блядь? Да все равно он убил этот порт, блядь. Прикольно, где с айпишниками? Да не, ну при чем на айпишнике это нормально, это порт. Порт, зараза такая, да. А можно другой порт возьмуть? Я уже пробовал. Ты что, все равно вас памятник убивает? Все равно, видишь? Айпишечками косячек. Да ну, давай еще раз посмотрим. 28.4, да, у него? 172.18, да? Да. 72.18, 28.4. 28.1 у него. Давай, давай, давай. Маска 16, да? Да. У этого 28.3 маска такая. Ну, ДНС только не запомнил. Ну, нафиг нам ДНС. Может, ДНС он хочет?
Ты работает? Да. У тебя циска поляла. Да. Компьютер поляный, наверное. Сейчас я новый поставлю. Мне не сложно. Да че ж ты? Ты походу по шкафы делаешь. Да разно. 29.60. А, подожди, 24. Он какой 29.60, 24 ТТ. Да какая разница так-то, блядь? Нет? Без да, разницы? Да без разницы. Просто, возможно, он какой-нибудь этот с коаксиалом, а у тебя нет коаксиального порта на... Да, с коаксиалом. Хрен его знает. Какой-то бред. 29.60, да, у тебя? Да. А, у меня вот эти все 29.50 просто, а то 29.60. Может, это поэтому? Зачморили, да? Да, да, да. Я уж не знаю, что за фигня. Мы как-то не договорились. Любой непонятной ситуации, да, Хартрезет? Первым делом. Не знаю, мне. Они мне вообще с компами не дружат. Тяжелый случай. Как его перезагрузить не с консоли? Из консоли релоуд, а здесь не надо. Ничего вообще не поднимается. Ну подожди, давай. Да, кольцу его. Мне кажется, он несколько кольцуется, потому что тогда ЦПУ должно быть на хост-системе в полочку упереться, если правильная симуляция. Ну давай посмотрим. 28. Что у нас на было? 4? 5, давай, 5. 5, 5 точно. На всякий случай. Что, с первого пишет, я уже ничего нет. Ну блин, везде прописались, да, должен быть. Так, подожди. Сейчас мы его попробуем вот отсюда. Что, кольцо сделал? Ты подожди, сначала попингую, потом сделал кольцо. 8, 5. Пингуется. Все дело в кольце. Все дело в кольце. Обычно девушки так говорят, все дело в кольце, кольцо. Девушки вообще говорят про конец. Ну это в начале они. Потом они требуют большего. Печально. Кольцо у тебя занимается. Кольцо. Ну мне кажется, ну лосок сразу поднялся. Что, он сам в жизни не возвращается, обязательно о релоде? А вот, по идее, должен, наверное. Ну, похоже, чуть-чуть. То же самое, да? А он уже... А, может, кстати, поменять. Минус ты опусти, и все. Все, не едет. Опять вот так. Да, сижу дешевый тебе. Сейчас поднимем. Его надо переткнуть просто и все. Это не вычту. Это печальный обувь. А, тоже не было.
сжал кабель, ну, как бы он прокатится. Ну, да. Ну, так, мы сейчас где? 5. Мы сейчас кол уже на все упало. Ну, вообще все погасил. Да, все поднялся. Ну, испугался. Долго думает. Ну блин, в Linux терминал, я иду в терминал. Понятно, да, еще раз хочу кольцо. Больше кольца. Да, я СПС. По беспределу, да, по беспределу. Да вообще. Во-во, вообще все погасило. Да не, сейчас поднимется. Ну один должен, по идее, подняться у него. Один клиент. Какой? А СТП реально на порту отключить? Реально вообще СТП отключить. Да, почему СТП? Подожди, давай понаблюдаем. Как они, блядь, пойдут, да? Нет, у этого там три. По шатдауне, да. Сейчас они разберутся. Вот попробуй с PC-1 на PC-3 пингануть. Как же? PC-0 должен пингануть. А, во-во-во, видите, один поднялся. Да, он один поднимается, другой падает. Ну все, сейчас все доступны. Договорились. Так, приалтайм. Да, все. СТП нам все сконфигурировал. Да, СТП маху, ёпта. Не за кольцо, не за кольцо. Что, у нас на следующий будут лабы? Да я думаю... Мало одной лабы, да? Ты да мало, 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 да, конечно, совсем мало. У меня Дима меня все говорит, Коля, хватит вам две лабы на целую пару. Я говорю, так и нет. Больше не подкинул ничего. Я очень хотел... Ну давайте, да, наверное, лабы надо еще, да? Что-то мало. Там надо это, так, мне кажется, лучше на лабах изучать. Нет, в смысле, да. Мы еще не прошли. IP-адресацию мы вообще не прошли еще. Я ничего не рассказывал про это дело. Так, может, давай про это рассказал лабу. А, ну можно сейчас, да. А то там, блядь, послушал, забыл себе команду. Да, согласен. Давайте, наверное, так и сделаем. В следующий раз. Ну там в следующий раз по идее там Wi-Fi сначала надо поговорить. Там глава. И потом там несколько, там, по-моему, даже две главы, да, про IP-шники. И одновременно можно, короче, сначала лекцию, потом лапу, вот так вот. Да. И про посчитать маски. Ну это будет там огромная глава про это. Там вообще же скачет. Расчет айтишников. Потом еще подремнемся с двоичным, десятичным, десятичным, шестнадцатичным, шестнадцатичным. Да нафига? Чтобы поглубиться над народом. Знаешь, сколько пара интернета, мы так издевались в универе. Калькулятор зашел в интернете даже, да, там качать даже. Посчитал, и все, главное, чтобы понимали. Представляешь, если кинуть ядерную бомбу, все калькуляторы сгорят. Сразу только компьютеры. Да. Что ты после этого делать будешь? Компьютер тоже калькулятор. А в чем смысл? Это не важно. Там, вот, допустим, насколько мы понимаем, стандартная маска, там получается несколько групп IP-шников, и там в чем разница, только широкосетельный трафик не идет на всю сеть, а только идет по этим группам или как? Да, так ты можешь по... Но это единственная разница. С маской, потому что он ничего не дает, да, маска? Бля, у меня все работает, что я делаю неправильно? 26.60, 29.60. Не знаю, ну сглючило что-то, видимо. Не сработалось. Ну, железяку заменили, видишь там. Все. В чем плюс нестандартной маски? В том, что ты можешь выбирать размер сети сам. Не, ну вот смотри, я выбрал нестандартную маску, у меня получилось там, ну, к примеру, 5 групп айпишников там, да, по 20 или... Ты просто, когда, ты когда начинаешь, как бы, да, у тебя
ну, когда на работе, например, у тебя такие вещи компов, как бы, да, ты хочешь их разделять по группу, у тебя есть административный компьютер, есть какие-то еще. И причем у тебя все равно сеть как-то ограничена. Как-то. Но они между собой не пингуются из разных частей. Нет. Ну ты можешь настроить, чтобы пинговались. А, ну так, то есть это как маленький VLAN, да? Да, да. Ну, по идее, так и надо, да. Ты просто потом тебе, блин, зачем тебе тратить хреновую кучу, да, этих айпишников, да, если ты, например, там, линк там между двумя маршрутизаторами, ты им делаешь маску там, такую, там слэш, 30, короче, 30-ю, да, чтобы два адреса было и все. Тебе ну, не надо. Ну, а смысл я... ставить 30-ю маску, главное, сразу еще 200 айпишников теряется, блядь. Почему они теряются? Ладно, кто ждать следующей лекции, блядь. Там просто считать становится сложнее, да, то, что все привыкли, типа 255.0, типа, да, вот эта вот маска. Так а нафига тебе стандартная, ладно, у тебя домашняя сетка, как бы, да, там тебе пофигу. А если рабочая, у тебя начинают вот эти вот заморочки с айпишниками, да, когда тебе уже надо это. Я просто не знаю, у меня какие заморочки поставил, я же себе он все раздал, блядь, даже нет. Так по сети разные. А если у тебя айпишники кончатся? Разные по сети, а разные тебя, дехи, да, а разные. Так айпишники кончатся, большая... маска меня как спасет? А? Тем, что ты экономишь IP-адреса. У тебя организация растет, да, ты там выделял во все эти маски, блин, раздал там по 254, блин, компа, когда у тебя там два интерфейса всего. И все, у тебя считай. Не, ну вот смотри, вот у меня, допустим, стоит стандартная маска, я раздал 254 IP-шника. Если не стандартная маска, у меня количество IP-шников сразу меньше. У тебя будут разные подсети. Почему? Ты можешь ну, больше. Или... разные ты же можешь в другую сторону, ты можешь больше их делать или меньше. Как я бы сделал больше, чем... Ну, вот об этом и расскажем на следующей лекции. Да, интрига! Посещайте! Интрига скандала расследования. Айпишники, все, что с ними связано! Камеру. Может, люди потянутся, у нас на НТВ вещь популярна. У нас не для таких занятий, у нас наоборот. Любите НТВ? Все, мы сюда не пустим. В обратную сторону. Спидерами не бухают. Ha 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 ha.